Всем доброе-предоброе утро. Как же я люблю лето. Какая же лафа. Выходить, немножко на тебе одежды, маечка, юбочка, и все, и пошел. Замечательно. Некоторые ноют, ай, какая жара. Не можем выносить. С утра 30 градусов. Лепота. А море какое. От одной только мысли, что после обеда поеду купаться, мне уже как хорошо. Вы смотрите, какое море. А, ну это же офигеть можно. Чтобы оно такое было, да, долго, да и придолго. Инжир какой. Еще не вырос. Смотрите, какая красота. Чарли, ну куда ты меня тянешь? Ну дай посмотреть на эту прелесть. Что ты меня тянешь? Классно, да? Вот такое вот у нас утро. Не, ну он совсем не совсем, конечно, такой, потому что сейчас как-никак работать надо будет. Но все-таки. День, как говорится, начался хорошо, поэтому и работа будет хорошая. Ну, тянет куда-то и все. Тянет и тянет, тянет и тянет. Куда он меня тянет? В какие дали? Там просто собака впереди шла, с которой он не очень дружит. Когда маленькие были. Они прям так игрались там у нас на площади. А выросли, все, начали гавкать на друг друга. И не очень хорошо себя вести, представляете? Так вот. Все меняется, даже собачья дружба меняется. Что говорить о людской? Такие вот у нас тут улочки. Ой, вот тут прям такой сквознячок хороший. Прям классно так. Поэтому они выходят вечерами с табуретками и сидят здесь. Ляса точат. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Машина едет. Надо ее пропустить, иначе там мы не поместимся все вместе. Ты беги, беги. Беги на край земли. Видите? Это мне поместимся вместе. Ну, либо мне надо к стенке прижиматься. Мне это неохота. Приехала домой. Не знала, что поесть. Есть грибы приготовить. Там, в общем, много еды. Но мне захотелось. Картошки с яйцами. Я здесь уже нарезала лучок. Себе с укропчиком. И сюда добавлю сейчас вареную картошку, яйцо. И тунец. Будет у меня такой летний салат. Вот так вот. Захотелось. Вот всегда, когда в холодильнике полно всего, хочется чего-то, чего нету дома. Пока все варится. Что буду делать, пока все варится? Что, в интернете лазить? А что еще буду делать? Вот мой обед. Вот так размяла картошечку. Яичко, лук. Укропчик, тунец и все. Икра заморская кабачковая. И мой тостик с гуакамоле и анчоусом. Всем приятного аппетита. Ем. На столе он у меня поднимается. И все замечательно. Смотрю корейский сериал, который мне посоветовала одна из подписчиц. Мне, кстати, очень нравится. Уже 16-ю серию смотрю. «Принцесса Ки». Вот так вот. Чтобы вы знали, себя не показываю. Я в люфчике сижу. Так жарко, что прям думаю, зачем я на себя что-то буду напяливать в такую жару. Что ты на меня смотришь? Тебе сегодня здесь совершенно нет ничего. Ну, может быть, яичко вот это вот. Яичко. Хотя он белок не очень любит. Кусочки тунца ему тоже дам. Дам. Да он бы и икру заморскую сожрал бы, ему бы по барабану. Он любит у меня овощи, да? Вот так вот, вот так. Thank you.
переписываюсь там с подружкой. Вроде бы договорились, что она сейчас тоже подъедет на пляжик. Так что сегодня у меня будет компания. Полежим, позагораем, поболтаем. Знаете, особого желания такого как бы нет на пляж ехать. Но желание дома валяться столько времени тоже особого нет. Поэтому между первым и вторым, потому что дома жарко, делать ничего не охота. И что, валяться, лежать? Нет. Лучше на морюшке поваляться, правда? Ты мне так жалко мою рыбу, он там один совсем, муж что-то не приехал, заработался бедный. Заработался весь. Машина опять вся пыльная. Ну, посмотрите, какая. Сердечко нарисую. Видите? Пылища. У меня столько в машине пластика валяется. Надо его выбросить в пластик. Пластиковый пакет. Мусорку пластиковую. Чего мало. Еще что-то у меня невкусно в машине воняет. Не пойму. Ой, вас накрыло. Не пойму, от чего. Жарщик там машин. Чем-то пахнет прям. Хотя у меня тут ничего нет. Такого. Знаете, как будто вот что-то лежало. Мокрое. Фу. Кондерчик включен. На полную включим его. И будет нам прохлада. Ну что, на морюшко? Что-то у нас прикол, что ли, наверное, такой. Мусорку непонятно куда уже поставили. Смотрите, в середину. А парковочных мест в середину мусорку поставили. Одна и там две. Это вообще они все вместе тут стояли. А сейчас что-то мудрят. Непонятно что, не знаю. Дудаки какие-то. Совсем дудаки. Что-то все равно прохлады пока нету. От кондера не дует. Видите, какие у нас тут улички. Немножко прогуляюсь с вами. По нашим улицам. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Тара-там, тара-та-там. Вот такие вот обычные улицы в спальном районе, где спокойно. Тихо, и мухи не кусают, а комаров много, заразы. Ну, это у кого кровь сладкая. Например, такой, как я. У меня кровь очень сладкая, все меня кусают, комары. Чё я несу вообще, Видите, как опаркуются, блин, и хрен проедешь. Ладно, все, встретимся на пляже. Вот, смотрите, у нас тут знак такой, что здесь запрещено парковаться, ездить. Вот, видите? Но я немного не понимаю, не то что немного, я вообще не понимаю смысла в этом. Посмотрите, сколько здесь места. Здесь вот здесь можно парковаться, там можно. Для пляжа еще там, блин, полкилометра. То есть здесь машины, как видите, паркуются. То есть, ладно бы здесь было узенькое такое пространство, где негде машинам, как говорится, пропихнуться. Дома рядом, пляж рядом. Так нет же здесь, смотрите, сколько места. Это просто офигеть, сколько места. То есть машины здесь, сколько я себя помню, столько они не ездили. Вот эти разные барчики, которые находятся тоже на пляже, они все протестуют, пишут там всякие... как их назвать-то, не знаю, в общем, пишут всякие бумажки, что если запретят, то у нас клиентов не будет. Вот, видите, машину, там все пляж. Пляж, короче, еще, наверное, километр, полкилометра до него пешкарусом идти. И вот тут, смотрите, сколько места. Нет же, повесили знак, что запрещено. Конечно, все вот эти вот жители и нежители чихали на этот знак, но все равно есть какой-то, знаете, ю-ю, что... А вдруг... А вдруг мне не повезет и какой-нибудь просто
бешеный полицейский, который встал не с той ноги, и не понравится ему мама моя машина, возьмет меня и оштрафует. И знаете, и будет прав, и не докажет, что я не китаец, да? Точнее, что я не русская. В общем, вот так вот. Но все равно, как бы, если... Ну, он должен всех тогда штрафовать. Я же здесь не первая, и, как говорится, мне кажется, не последняя. А вообще по средам здесь рынок, вот на этом вот набережной у нас рынок ночной. То есть он в 9 открывается. Тут тоже тьма машин. Я паркуюсь всегда вот здесь. Тьма машин, то есть, не знаю, вон туда я всегда на пляж хожу, потому что вот там душ стоит. В общем, все как полагается. Надо сейчас подруге выслать свой этот... где я нахожусь, чтобы она могла меня найти. В принципе, тут легко меня найти, потому что у нас вот речка протекает тут. Ну, речка протекает. Протекает она, когда есть, идут дожди. А если они не идут, то она сухая, как не знаю. В общем, я немножечко так припаркуюсь, как вчера. Вот, отправлю ей свой... А, вот же бар, тут тоже есть бамбук. Вот я ей скажу, что я почти напротив бамбука. Неохота туда близко подъезжать, потому что может быть стекла и колесо пробить. В общем, понимаете, смысла никакого вот в этих вот... То есть, представляете, вот здесь вот нельзя ездить. Ну, по закону. Но дуракам закон не писан. Будем на это надеяться. Ну что, иду беру сумочку. Сегодня, по-моему, опять ветер. Ну, ветер, он даже, знаете, нам хорошо, что ветерок, иначе можно как курица гриль зажариться. Ой, ладно, будем писать, что я вот тут. Я поняла, чем у меня пахло. У меня в бутылке вчера вода вот эта оставалась, специально пляжная. И она у меня пустая. Вся вода вылилась, блин. Обидно, досадно. Я надеялась, что у меня есть вода в машине. Это бутылка термо. Ну, я, как вы знаете, холодную воду не люблю. Блин, но и дело в том, что я осталась без воды. Это плохо. Здесь даже ларька никакого нету, чтобы купить воды. А как? Я деньги-то с собой взяла. Какой ларек? Я специально с собой деньги не беру, чтобы не это... Как не было соблазна куда-то заехать и что-то купить. Блин. Ну вот так всегда, так надеялась. Что я тут все вылазит? У меня тут что только нету. Тележка, мужина сидушка. Ой, очки нашла. Я думала, их потеряла. Вот эти пляжные очки. Ну вот видите, как хорошо, что я... Блин, ну жалко, что воды нет. Блин. За раз, два раз. Подруга пишет, что уже выехала. Или выезжает, не пойму. В принципе, без разницы. Вот поэтому и пахло мокрым. Вроде, да, мокро, видите? Вот чем пахло. Фу. Фу! Сегодня практически нет волн. Я так не люблю. Я люблю на волнах кататься. А их нету. Ну, это вода хорошая. Народу, смотрите, видите, как... Потом 6 набегут. Здесь все те, что бежим. 6. Все бегут на пляж. Класс. Вода теплая, хорошая. Шикардос. Видите? Видите, какая у нас водичка? Теплая, прозрачная. Видите? И волн нет. Как бы не мандыкнуться с камерой. А то будет у меня еще одни расходы. Одни расходы, кругом расходы. Класс. Сейчас подружка приедет, будет болтать. Блин, у меня даже ни одной сливки нет. Вчера сливы взяла, воду взяла. А сегодня не сливы. Даже трусы забыла сменные. Представляете, вообще. Поеду домой без трусов. Как неприлично. Да, вот так вот. А что делать? Не в мокрых же ехать. Может, высохнут. О, вода теплая. Пойду купаться. Так что все. Я уже дома разбираю тут купальники. Один высох, другой постиранный тоже высох. Один сырой. Я сушу вот тут их купальники на швабрах. О, кстати, вот эти труселя тоже надо от купальника, они высохли. Вот.
Лицо там такое лизисто, сладкий такой, мое. Такой сладкий мальчик вообще. И ты мне свою пузяку выставляешь, да? Пузяку выставляешь. На, сердечко. Сердечко тебе. Сердечко, на, сердечко. Ням-ням-ням-ням-ням. В общем, с Ольгой наболтались, накупались. Время так быстро пролетело. Прям даже это... Никак. Вот все-таки одной... Я люблю одна ездить, но иногда бывает скучновато. И не знаю. Сейчас, наверное, немножечко отдохну и пойду с Чарли гулять. Все-таки время 7-8, еще рановато, очень жарко на улице. Поэтому подождем немного. Твою маму. Подождем. Твою мать. Смотрите. Видели? Роза-то у меня очухалась. Смотрите, сколько новых побегов. И роза зацвела. Вот так вот. Все цветет, все пахнет. Дети вышли на рыбалку. Что они там ловят, я не знаю. Там есть большие караси, конечно, но... И зачем они им нужны? Ой, не могу, смешные такие. Здесь одни, а там, видимо, лягушек ловят. Еще одни. Прям многих столько. Ну, кто чем занимается. Понятно, да? Что ты там делаешь-то? Деловой такой. А не хотел идти, не хотел идти, да? Уже второй день? Или даже третий, наверное, выходя из дома. Он вообще не хочет выходить, представляете? Вообще не знаю, что за фигня. Что его так напугало, или жарко, или что. Но здесь нормально себя чувствует. Вышли погулять. Вернее, мы уже возвращаемся. Кружок наш сделали. Иду домой сейчас. Кожа так сохнет от моря, наверное. Мы сегодня купались. Вот не знаю, сколько времени с Ольгой заплыли прям в море. Прям там так плавали классно вообще. Море суперское. Я с очками, пока ее не было, я с очками нанырялась. Так классно. Я вообще люблю под водой плавать. Но, правда, там у нас такой пляж, что там нифига ничего нету. Никаких ни рыбок, ни скал, ничего нету. Он обычный пляж такой, знаете. Там даже рыбки почему-то не плавали сегодня. Дно такое песчаное, и, в общем, ничего на дне там нету. Очень как-то скучно. Просто плаваешь, и все. И ничего не видишь. Но все равно нанырялась, как маленький ребенок. И все, выходим. Вот у нас уже выход. И до дома, до хаты. Сегодня, кстати, нам намного прохладнее. Я даже не вспотела, ничего. Или просто вышла позже, не знаю. Большая собака идет, надо быть на чику. Ну, видимо, старые. Видите, какие. Со мной второй день подряд. Вот когда мы с Чарли гуляем, здоровается одна девушка. Я совершенно не знаю, откуда я ее знаю. А я ее знаю, вернее, я доперла, кто это. И кто она? Вот она ходит со мной, здоровается. Я не понимаю, кто это. Машин столько. И только сейчас я такая... Она на меня так вот посмотрела взглядом. Смотрите, какой песик. И я поняла, что это... Как сказать ее? Назвать доктор. Доктор из ветеринарной клиники Чарли. То есть, понимаете, дело, почему я ее не узнала? Она в клинике-то в халате, там все дела. А сейчас она была просто одета в обычную свою одежду. И я вот хожу с ней, здороваюсь, а не понимаю, с кем я здороваюсь. Мы такие разные, вот когда мы в спецодежде, что совершенно... Вот со мной многие клиентки на улице, например, не здороваются, потому что они меня не узнают. Хотя как бы меня трудно не узнать, да, моя ряха-то совсем неузнаваема. Тем не менее, они, ой, а мы тебя не узнали. Потому что на работе-то я в одежде рабочей и в халате там бываю часто. Так и я ее. Я ее без халата, без спецодежды своей ее вообще не узнала. И только сейчас иду, голову ломаю, потому что, блин, узнать-то я ее должна знать. Оказывается, вон кто. Это врачиха моего Чарли. Я ее не доперла никак. Хотя он уже домой хочет. Он уже домой рвется. Все, ему уже ничего не надо. Он уже нагулялся. Все. Все, хватит. Всегда отстегиваю поводок. Ой, вот оно. Вот он. От Чарли. Знаете, почему? У меня прям паника какая-то.
Причем вот в прошлый раз у меня так и получилось, что заходим в лифт, я тут, Чарли там. И представляете, если он на поводке, вот так дверь закрывается, я тут, а он там. И все. Мне от одной мысли уже плохо, что делать. Они довольно-таки крепкие, вот эти поводки, что пипец. Я такое видела в Фейсбурге или не знаю где, или в Инстаграм. В общем, там, правда, собачку отцепили, потому что были по ту сторону лифта. Ну, ждали еще люди, и, то есть видят, что лифт поехал, и вот этот поводок следом. В общем, пипец какой-то. Поэтому я после того, как я это увидела видео, ну, я и всегда раньше отстегивала, всегда отстегиваю Чарли, чтобы, не дай бог, такое получилось. Ну, вот вчера, представляете, как так получилось, что я уехала, а он остался. Он остался там ждать. Непонятно, что ждать. Бинго, сувы. Поэтому всегда перед лифтом лучше отстегивать или брать на руки, или еще что-то. Вот, я ему тут наломала. На. Представляете? Ужас. Так как хожу босиком, не могу тапки свои найти. Постоянно их теряю. Пойду сейчас сниму белье и с вами попрощаюсь. Там так прохладненько, так хорошо. На улице балкон выходила там. Ой, смотрите, какая лепота. Время 10 час. Как вам видосик? Ставим лайки, если нравится. Если не нравится, тоже лайк. Жми на лайк. Как там? Жми на лайк. Лайки меня. Лайкни меня. Лайкни меня. Ой, хорошо здесь так наверху прохладненько. Буду с вами прощаться. Всего вам самого наилучшего. Встретимся завтра. Все как обычно. Всем пока-пока.